Авиакомпания «Россия» впервые открывает рейсы из Хабаровска на популярные туристические направления, такие как Крым и Сочи. Билеты на этот рейс доступны в рамках комплексного туристического продукта, который в себя включает именно непосредственно сам перелет, трансфер, проживание в отеле, питание по выбранной системе. Все меры, которые определены методическими указаниями Росавиации, они неукоснительно выполняются в аэропорту. То есть проводится постоянная дезинфекция в помещении, контролируется температура как на входе в аэровокзал, так и при посадке пассажиров на борт. Обеспечиваются все работники аэропорта средствами индивидуальной защиты. Я думаю, что жители Хабаровского края с удовольствием смогут воспользоваться этой возможностью, и мы получим прекрасный туристический продукт. Ну и, конечно же, здесь нельзя не говорить о том, что это должна быть дорога с двухсторонним движением. То есть мы надеемся, что и жители этих регионов, южных регионов, смогут посетить Хабаровский край в том числе. Я лечу в Симферополь. Я считаю, это очень здорово, что есть такая возможность лететь напрямую, без пересадок, на Черном море.